Сегодня будет организована фан-зона с всеми атрибутами без спиртных напоев на летней эстраде, на все матчи, на протязі всех змагань. Тому всех запрошую, кто будет иметь бажання, если будет хорошая погода, потому что это будет летняя эстрада, принимайте участь и вболевайте, за кого уже перепаде, побачимо, наскільки нашої команды в нашей рівненській фан-зоне.